Друзья, всем привет! Вы на канале Бестиарий, с вами Яков. И сегодня у нас будет короткий ролик с распаковкой. Это весьма долгожданная посылочка. Как вы уже, наверное, догадались, из названия ролика приехала книга. Книга, написанная в духе лучших приключений о природе, которые в свое время писал Джеральд Даррелл. Пока она у меня запакована. Сейчас при вас я буду ее вскрывать. Вау. А вот и сама книга «Дракон прибыл». Книга «Последний ручей» Кохинхинского дракона Евгения Михайловича Рыболтовского. Не терпится открыть. Вообще, я не очень привязан к печатным книгам. Спокойно читаю электронные версии. Но это тот самый экземпляр книги, который хочется иметь у себя на полочке. Книга полна удивительных красивых иллюстраций, и мне немного не терпится добраться до каждой. Я не буду подглядывать и смотреть все. Случайным образом открою несколько страниц, чтобы показать их вам. Конечно же, рисунок, который показывают, наверное, все. Самый известный рисунок из этой книги. Собственно, герой, который фигурирует и в названии. Такая книга. Пока приобрести ее больше невозможно. По состоянию на вот конец июля 2020 года. Но я думаю, скоро на канале Zaocom Club и в том числе в группе канала ВКонтакте можно будет увидеть новости о том, что будет какой-то дополнительный тираж или что-то вроде того. Не верьте мошенникам, покупайте только у автора. Ну а я скорее читать эту замечательную книгу. Я уверен в том, что мне понравится. Даррелла читал взахлёб. Буду теперь читать Рыболтовского. Погнали! А вы подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о книге и о видео друзьям. И не забудьте ударить в колокольчик. Всем до встречи и всем пока!